Всем привет, вы на канале Дима Плей. Сегодня я продолжу играть в свой мир. Вот он, мой мир. Буду продолжать выживать в Майнкрафте Pocket Edition. Сегодня я буду строить на самом-то деле. Очень худо придется дюпать и кое-что делать. Я еще покажу дюп. Это будет лучший дюп. И будет у меня только два дюпа. Ладно. Для этого дюпа нам понадобится. Так. Булыжников у меня тут дофига. Так. Редстоун тоже есть. На самом деле-то один редстоун нужен. Но я так-то просто же нахожусь в... будет. Вот все. Ну, булыжник, конечно, булыжник у меня много. Я вот такие справки где-то сидела. Мне кажется, что я буду выбрасывать. Так, справки. Сейчас мне нужно два факела скрафтить. Необычных, а редстоун факелов. Так что... так что придется сдюпать еще вот этот дерево. Ну, на самом деле, я хочу попробовать такое вот замутить. А, я не получу. В принципе. Вот здесь воронки вот так не получится делать. Тут лучше это, как я показывал, делать. Вот 5 уже. Как раз загодится. Все. Теперь мне надо скрафтить так. Все дело. Это убрать так. Теперь нам понадобится два этих. Топ. Я сейчас смотрю. Похоже, забыл, как крафтится. Стоун факел. Сейчас я быстренько посмотрю. А, стоп. Так, я просто не так делаю, как будто я как меч сделал. Так, для этого мне понадобится два факела. Теперь мне надо будет компаратор сделать. О, это будет трудно. Попробую так, конечно, сделать по-хитрому. Просто мне неохота. Нет, придется камень выплавливать. Ну, окей. Потрудиться придется. Окей. Сейчас мне нужно угля добыть. И кирки еще нету. В принципе, надо в сундуке порыться, кирку себе сделать. В принципе. Хотя булыжнику кирку можно сделать же. Как раз булыжник есть. Так, где он? Это забираем. Булыжник в печку положу. Это дело. Так. Теперь уголь надо. На... о, а уголь недалеко здесь есть. Побольше угля нарою. Нет, здесь я не буду рыть. Думаю, такого будет нормально. Для первого времени хватит. Что мне играться? Все. Яркость сейчас надо настроить. Что-то яркость. Ярко, скажу, у меня. А нет, вроде... ага.
валим. Так вот. Вот так вот. Все, теперь по тускнее там. Так, все. Все, это был угля. Сейчас. Так, уплавливаем. Давно я не играл в Майнкрафт. В принципе, играл, считай, но я не выживал. Давно, в принципе, будет трудновато. Нам надо как можно больше выплавить. Хотя, нам надо 6. Да, 6 нам надо. Нам 6 хватит. А, кстати, еще факелов надо сделать. Так, придется еще мне дюпать. Ну ничего, скоро у меня будет легкий способ дюпа. Я так понимаю, что здесь дюп заключается в том, что либо вот так делать. Хотя это не так, я понимаю. Я понимаю, что я делаю это наоборот. Типа так, типа и так, я там быстро перелаживал. Типа как дюб получался. Типа я вот так делаю. И как бы сплав. Ну, по привычке, как я делаю. Пока что не хочет дюпаться, в принципе. Да, так и думал. Прости. Получается, дюк. Наоборот, заключается тут. Сейчас не получается дюпать мне. Теперь. Ладно. Потом приступлю к этому. Сначала мне дерево будет надо набрать. Да, это здесь наберу дерево тогда. Как знаете, в малом количестве получается трудно так делать. А, все равно мне это в ближайшем времени не понадобится. Теперь еще. И все. Все дело возмутили. В принципе, уже камня у меня достаточно здесь. Можно приступать к крафту. Стоп, что-то не так намутил я. Сейчас посмотрю. А, да, редстоун. Все, редстоун у нас как раз уже идеально все сделано. Теперь мне нужно вырыть площадку. Понимаете, небольшую площадку, чтобы удобнее это все было делать. Это легкий способ дюпа, но для этого способ дюпа либо выживайте так, либо используйте, как я делал, в принципе. Надо сделать, в принципе. Повторитель берем. Закройся. И тут надо аккуратненько поставить. Уберем. Так вот. Так. Ставим так. И так ставим. Так, только здесь наоборот. Так, в принципе, да. Так. Теперь редстоун, это все дело надо ставить. А, да, еще, блин, факел нужен, редстоун. Забыл. Он же еще пригодится, еще один факел. Ну, не зря редстоун нашел. Я просто решил, раз я нашел редстоун, почему бы это не замутить? Как раз его много очень надо тратить. Ну, как там дальше делать? Ну, нам, в принципе, надо сейчас. Так-то так.
делать, потом брать факел, потом брать редстоун. Что-то не успел. А, что-то, наверное, не так сделал. Если не получится еще раз, то хуже я реально что-то не то сделал. Ну, вроде все так сделал. Теперь надо успеть. Вот, все, сделал. Теперь проводку, на самом деле-то надо сделать. Проводку можно сделать, сейчас замутить надо. Теперь проводку надо замутить. Все делаю так вот. Вот так освободим область. Здесь сделаем так вот. Я сейчас булки поставить надо, чтобы это выглядело красивее. Булк, то есть поставить. Вот все, теперь что нам надо делать? Берем вещь, которая нам нужна, к примеру, дерево, мне как раз его не достает. Берем. Чуть не получилось. Пробуем еще раз. Но иногда срабатывало, что целый стак получается. Но на самом деле пробуйте разные способы дюп. Для начала такое сделайте, а потом вот такое. Потому что здесь проще будет делать это все, чем здесь. Тут просто, смотрите, давайте железо. Мне как раз железо нужно подюпать. Потом просто спокойно делаем так. Вот что я говорю, уже 20 но железа. И вот как бы по стак у меня получается такое. Вот я по стаку, смотрите, видите? И получился как бы дюб. Смотрите, стак целый. Советую вот этим пользоваться. Но вам понадобится вот этот. Да. Теперь уж легче будет дюпать. Воронка, не обижайся, но я еще буду тобой пользоваться. Я буду теперь загружать вещи ненужные туда. А если будет получаться дюп, так будет. Вот это будет новая моя дюп-машина. Я так и назову. Новая дюп-машина. Выживание в Майнкрафт. Ну, хотя это будет не выживание, я просто сейчас... построил новую дюк-машину. Да, решил. Хотя можно и повыживать, да. Как раз. Вот. А, это же получилось, видите. Вот железка теперь много. А если алмаз так найти один, то это вообще топчик будет. И не надо постоянно вот так делать. Смотрите, что легче, постоянно вот так делать. Чтобы дюпать. Или вот так делать. Напишите в комментарии, проголосуйте, какой вам больше дюп понравился. Но мне понравилось оба дюпа. Вот это, чем я пользовался начально. Если бы не он, я вообще не смог выжить. А вот этим я буду сейчас будет. Это у нас будет профессиональный дюп.
Начальный нуб. Дюб, блядь, нуб. Нуб, дюб. Ладно, монстров давно не спавнилось, потому что здесь у меня все нормально сделано. Даже огородку сделал свету, чтобы на всякий случай не пришли. Ладно. Ну, в принципе, надо еще алмазы будет идти. Вот, сейчас мы еще, знаете, что хочу попробовать? А, нет, с одной не получится. Вам нужно хотя бы две штучки. Хотя бы две штуки надо, чтобы это было. В принципе, эту всю фигню я загружу сюда. Как раз дюпом еще загружил это все. Кстати, у меня еще в печке все осталось. В печке вытащить и засунуть туда. Мне сейчас, в принципе, пока ничего не нужно, но сейчас спокойно могу еду дюпать это. Все это иди сюда и сюда, 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 вот сюда, 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 сюда. Ну и этот стол пока что не нужен мне, так что я его загружу также. Ну так, в принципе, а вот это мне уже все пригодится. И вот у нас, в принципе, что все такое. Это классно просто. Так, я уголь-то взял с печки. А, угля я забрал, уголь, да. На самом деле, если найду, если у меня будет два алмаза, я буду очень рад, потому что с помощью этих два алмаза я могу дюб замутить. Если даже ни одного, то я буду продолжать поиски. Если вы смотрели прошлую серию, то вы, наверное, помните, что я копал шахту в поисках алмаза, но так и не нашел. Сейчас я буду продолжать это все делать, только вот здесь прям. На факел, когда закончится, два что поставить надо. Я буду дюпать. Приду и буду дюпать. На самом деле расстояние там не такое большое. Я пошел сюда, потому что это как бы знак был. И сюда, благодаря лицу, я пошел сюда. А, мне надоело, буду лопату использовать. Чуть много крови здесь. Крови. На любой высоте в Майнкрафте, любой буквально, кроме самой высокой, можно найти алмазы, потому что я знаю легкий способ, как найти, но это уже будет тулбок, это будет уже чит. Ну, почти, с дюпом. Но дюп это дюп. Все же дюп. Что там? Ютуб? Или ВК. А. Да иди ты. У меня зависает немного Майнкрафт, не знаю почему. Ну ладно.
Теперь я буду здесь копать, потому что знак подал мне. Для большей безопасности и уверенности буду здесь копать. О, а что я говорил? Мне кажется, но будет там лава. Скнем. Нет, сначала надо посмотреть, будет там лава. Нет, лавы нет. Фух, слава богу. Давайте. О, алмазы, реально нашел алмазы, йо. Целых 3 алмаза нашел, йо. Так, есть? Нет. 3 алмаза, ну это нормально. Все, мы богачи. Завершено путешествие за алмазами. Да, не знаю, что дальше делать. Напишите в комментариях, что мне дальше делать. Охота за алмазами закончилась. Надо что-то другое делать. Ну, в принципе, если не напишите, то я буду делать портал в ад. Отправляться в ад. Ну, опять трансляция. Я даже неподалеку слышал зомби там. Так, я уже голодаю. И сейчас будет просто куча богатства. Я хотел бы 3 найти, но 4 цов нашел. Сделаем так. О, все, сдюплось. Даже гораздо больше, чем мне надо было. Ура! Теперь могу алмазный блок скрафтить. Начать его дюпать. Крафтим алмазные блоки. 2 мне, в принципе, хватит. А теперь можно делать, мутить броню алмазную. Первым делом шлем. Вторым делом сапоги, потом нам пончики нужны и уже нагрудник. И полный сет алмазной брони, ёж! Как же быстро можно развиваться. Осталось только скрафтить себе это вот, оружие алмаз. А ненужные вещи я помещу сюда. И дальше пригодится факел на всякий случай. И для большей уверенности проще оставить алмазные блоки вон там. Потому что если я умру, я потеряю это все. А здесь недалеко от спавна и все удобно. Развиваться я так советую. Так, теперь можно приступать к крафту. Летом мне сначала надо сдюпать дерево. Дюпать я буду профессионально.
понял, что это в чем дело. Это как бы оно появляется типа копия нашего этого. И уже так считай. И дальше больше, чем стак получилось. Ну, это гораздо случайно получилось. Я не хотела, честно говоря, это делать. Ну, да ладно. Как говорится... Хотя никак не говорится. Как быстро я стал профессионал. Замутим это все, уберем сюда. Да, даже сундук уже, считай, полный. Ну все, в принципе. Что сейчас делать, я не знаю. Ну, в принципе, смотрите, какой уже алмазник, в принципе. Ну, чтоб не так затягивать, затяну немножко серию. Пожалуй, подюпу вот это. Блин, не получается. Три. Это жесть. Что случилось? Кстати. Unfall of War. Кстати, Серый, смотри, я уже алмазник. Я решил то, что я нашел редстоун и решил механизм один сделать, который тоже дюпать позволяет. Ну, гораздо легче. Иди сюда, я покажу тебе. Вот, в принципе, я тебе показывал вот этот дюб, а это еще тоже дюб. Надо вот так делать. Быстро очень. Так, делаем. Все это на классическом надо делать. Нет, я понял. Ты уже смотри, у меня уже 12. А всего я нашел 4 алмаза. Из дюпов это все. Флайт же, он же недорого стоит. 2000 от всего. Флайт, телефон китайский. Я не знаю, я тебе не разбираюсь в телефонах. Помнишь, у меня раньше телефон был флайт? Сейчас мы доделаем. О, видите, уже 43, уже 43, ё. Смотрите, что замутил. Короче, это... я в принципе оказался вором. Теперь можно молчать? Все. Это был мой брат Сергей Панченко. О, уже все. Только я гораздо больше сделал. Я не планировал это. Смотри. А. Что замутил? 2 стака. Ладно, отправим их в сундучок. И с помощью нубского дюпа. Да ладно. Ну это будет такой... Серый, если будешь выживать, я советую тебе пользоваться этими дюпами, если хочешь повыживать реально. Так гораздо легче выжить, я не говорю.
сундуке, в принципе. Ну, у нас все, у меня всего получилось из этих 2 стака плюс 18. Ну, гораздо неплохо получилось. Серия, конечно, длиннее получилась прошлой. Хотя странно. Хотя это я проиграл мало, но получилась длинная серия. Ну да ладно. Если вы хотите выживать, то пользуйтесь этими 2 дюпами. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы поставите лайк. Напишите в комментариях, повторю уже, что мне замутить. Кого победить босса, какого пробовать? Искушителя или эндер-дракона? Ну, на самом деле, я думаю, что эндер-дракона это будет легче. Когда сломаешь его все штуки лечилки, то это будет легче. Но смотря ни на что, искушитель лечится. Но его тоже легко убить в аду. Но в эндермире будет эндермены мешаться. Ну, это все зависит от вас. С вами был канал Дима Плей. Всем, блин, всем.